Хороший матч был, тяжелая упорная борьба. Чуть-чуть вот не хватило нам, проиграли в овертайме. Не хватило хладнокровия где-то. Два матча подряд, это тяжело? Насколько? Ну, определенная усталость есть, но я не думаю, что это сказалось на результате. Мы также готовились, у нас был свой игровой тонус, скажем так, как и в играх плов, там каждый день играть. В первом периоде действовали заметно активнее соперника. В чем их превосходили, чего потом не хватало уже? Ну, как, чего не хватало? Ну, хорошо играл соперник, забрасывал шайбу, активно, давление, лазили, бросали с всех позиций. Не знаю, что сказать. Сегодня дважды забивали, но тут же практически сразу пропускали. С чем это можете связать? Какая-то минутная расслабленность была после забитых голов? Да не, ну так просто в течение обстоятельств ошиблись, где-то заигрались, нападение, потери в средней зоне, вот, и из-за этого случились провалы.